теперь без грязи. Должен хорошо работать. Во-вторых, я тебе поставил новый свечной колпачок. Поэтому питбайк перестал просто глохнуть. Но это замечательно. Опа. Как вы видите, я теперь с красным пластиком, с новым вступлением, с новым щитком. Он не работает. Новый отлично работает, всего лишь вроде 2000 стоило это дело. Вообще прекрасно, прекрасно настроение, несмотря на погоду. Очень вдохновлен, то что наконец-то смог на легкой покататься. Кстати, тормоз стал отлично работать. Прям чуть-чуть нажимаешь, и ну как-то очень комфортно стало. Нет. Могли не торопиться.
Слушай, прям вообще я очень счастлив, то, что поставил новое сцепление, очень удобно. И тормоз еще удобный. И вот с новым суппортом задним он у меня стал тормозить. Старый я прокачивал, он у меня вообще не тормозил. Где тормоз? Не знаю, сейчас позвоню. Напишем, точнее. Чуть-чуть такое погодка. Влажная, я бы сказал. Танец этот покачки делает, потому что шлем мокрый, ты сейчас все вот эти вот поролонки. Что я делал? Поролонку сейчас намочишь от шлема. А. Кстати, у меня там грязь внутри. Ну это от шлема на тебе. Thank you.
потерялся, не понял. Он на повороте остановился, что-то там. Пойду съезжу, посмотрю. Как я раздал. Классно, да, заснял. Я тебя скину. Пойду съезжу, посмотрю. Где он там? Сидушки мокрые, все становится. Зачем стойки есть? А? Зачем стойки? Зачем что? Зачем стойки есть? Стойки? Да потому что мокрое все здесь. Классно, давай закончим. Чё? Чё я сейчас счусь? Слетело. Слетело? Да. Давай поставим. Дерево. Тебе нужен инструмент какой-то? Можно взять какую-нибудь тряпочку?